Друзья, здравствуйте! Меня зовут Марина Платонова, я топ-тренер школы фейсбилдинга Евгений Баглы. Очень многие люди любят сводить брови, в том числе и я. Сегодня я хотела бы с вами поделиться некоторыми рекомендациями для устранения этой проблемы. Первое. Если вы почувствовали, что вы хотите свести брови или вы уже это сделали, нахмурились, попробуйте просто пошевелить ушами. Если пока вы ушами шевелить не умеете, попробуйте подвигать внешними уголками бровей. И я покажу вам упражнение, которое поможет освоить вам эти приемы, а также подтянуть верхнее веко и сделать красивый изгиб бровей. Мы с вами будем фиксировать центр лица, центр лба, чтобы он не подключался, и поднимать только внешние уголки. Фиксируем. Поднимаем внешние уголки бровей 30 раз. Со статической задержкой 5 секунд на последний счет. Расслабляем лоб. А какие экспресс-приемы используете вы для решения этой проблемы? Делитесь в комментариях.